Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, мы продолжаем прохождение Век Мифологии Титанов. Соскучился я по этой игре, давно в нее уже не играл, надо бы вернуться. И что у нас по заданию? По заданию у нас захватите погреба изобилия, чтобы добыть ресурсы. Окей, мы так и сделаем. А, насколько я помню, нам будут присылать безопасный проход, уран снижает стоимость небес. Ага, да, и... Только что хотел договорить эту фразу, то что... Договорить, точнее, предложение, то что нам будут присылать людишек из... Откуда-то, откуда, не знаю, наверное, оттуда, откуда мы базу построили. Так, Нужно захватить и попытаться удержать как можно больше погребов изобилия. Это основной местный способ производства ресурсов. Все вспомнил. Ну, эта миссия, ну, не такая сложная, но я вот просто, может быть, с какой-то путаю. В общем, еще одна будет миссия, где нам будут присылать солдаты, она будет тяжелая. Я просто не помню, это эта или другая. Ну, это что-то я припоминаю, но не настолько я знаю ее хорошо. Ну, тем лучше. Дабы не спойлерить, и мы ничего... Такого серьезного-то не узнаем. Но знаете что? Я бы сначала построил... Нет, не храм, а казарму. Казарма нужна. Здесь могут на нас нападать, я думаю. Поэтому нам надо выставить как можно быстрее оборону и казармы. А также ресурсы. Это что у нас? Транспортные корабли. Ага, у нас есть один урок изобилия. А, ты думаешь? Не, в жопу. Ибо это просадит наши ресурсы, без того они ценные у нас. Да, это будет делать, но не сейчас, потому что нам сейчас ресурсы нужны, а мясо у нас добывается, считай, только за счет... Слушай, у нас как раз вот пока этого навалом добра, давай мясо соберем, и нам дерево надо. Так, ну, дерево... Блин, тут дерево-то... А вот смотри, еще один урок изобилия. Прям под носом у нас. Ты че, офигевший? Че ты молчишь, Кастер? Приближается войско. Вот и я о чем. Иди, иди быстрее, 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 крестьяне на вес золота, я не смогу их добыть еще. Так, вот рынок. Тоже бы полезная вещь. Ты смотри, что творят, гады, а? Ребята, мацы его, мацы! Говняки, зажали, зажали. Что ты стоишь? Охереть, еле-еле, еле-еле. Чуть-чуть, и я лишился одного крестьянина. Нет, блин, у меня теперь этого дерева нету. Ну ладно. Так, вроде так, пока качать ничего не будем. А это конец эффективен против лучников. Блин, не хватает у нас нихера. Давайте пару конец, чтобы против лучников. Отлично, все ништяк. 3 сотни. Генерал Мелагия. Да что он такого сделал, чтобы его уничтожать? Нужно избегать основной армии генерала Мелагия, пока мы полностью не подготовимся к встрече с ней. А что мне мешало перебросить все войско? Нормально. Это кто его так сейчас огреб? Кастр, что ли? Ну да, он может. Так, 3 сотни опять. Везде все на дереве подвязано. Ну пипец вообще. Я бы еще бы создал доки. Но я вроде не могу его создать. Нет, не могу. Но давайте, короче, тогда деревом займемся. Потому что оно нам нужное. Так, с мясом у нас тут все, да? Но там вот еще есть, но у меня пока войско не такое сильное, чтобы отходить. Ну, далеко с крестьянами. Я удивлен, что они вообще не напали на них. Давайте выставим такую небольшую оборонку вот здесь, чтобы не вводить их до конца.
Так, ты у нас оракул, разведчик. Ну так иди разведай обстановку. У нас здесь еще один есть где-то был. Вот он. Так, ты чеши сюда. Здесь кто-то есть у этих рок изобилия, они не пустые стоят, так что не надо говорить там, типа, топай, иди там. Воу-воу-воу-воу-воу. Ясно, понятно. У нас под боком чуваки. Вот здесь стой. И ты здесь стой. Куда я тебя отправил? Блин, слишком близко, наверное. Ну, ладно. Чтобы контролировать погреб изобилия, нужно иметь поблизости большее количество войск, чем у противника. Это понятно. Америку открыл. Так, как раз у нас с деревом все нормально. Давайте еще одну вышечку поставим. И дворец можно поставить. По крайней мере, у нас уже есть такая своего рода небольшая защита от лучников, ну вот от башен. Они как-никак-то помогут нам. Отлично. Вот, видите? Уничтожьте статую Мелагия, чтобы завладеть рыбным промыслом. Вот это да, надо сделать. Просто сейчас подождем атаку. А то сейчас, как всегда, пойду и на меня нападут. Это подкрепление? Да я больше создал, чем ты мне подкрепление отослал. Ладно, ладно. А что будет, если это уничтожить? Будет конец миссии означать? Можно, кстати, их тоже построить. Я помню, когда проходил эту миссию, я вот здесь вот строил, чтобы перебросить быстро войско. Так, ладно, это мы сейчас захватим. Вот видите, я их просто поставил, они увеличивают радиус. А, так, с краешка поставил, так не означает. Типа, ну, пускай будет, постоит. Так, вот уже напали, вот видите. А, такой подсох подошел. Ты чё там трёшься? Оборзел, что ли? Так, дворец давайте строить. Ага, у нас уже ресурс. А, ну да, я сам построю. Ладно, пацаны, древесина вас ждет. Что там на дворец-то еще надо? Три сотни золота. Ну, золото у нас копится. Ну, войско уже так нормально, более-менее. Уже что-то можно атаковать. По крайней мере, деревушку уже можно трогать. Ну, тут у них охраны, я смотрю, нету. Так что, думаю, можно будет напасть. Нет, золото пока трогать не будем. Так. Вот золото бы, конечно, тут убрать. Так, ладно, давайте вот так поставим. Ударная волна. Доблесть, выберите группу воинов, чтобы превратить часть из них в героев. Хаос, выберите группу воинов противников, чтобы она стала враждебной ко всем игрокам. Погоди, 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 погоди. Валим, пацаны, валим. Слава богу, они настроение нападают. Но только беда в том, что у меня не хватит ресурсов заново. Вот уроды. Вот уроды. Ты посмотри на них. К нам еще подкрепление. Взяли дерево, повалили, а? Быдло! Ты посмотри на это быдло. Месть будет жестоко для вас. Пацаны, строим обратно. Отлично. Деревни теперь принадлежат нам. Ну, есть импи. Уничтожить. Нервирует. Качаем. Чтобы они посильнее были. Здоровье у них получше было. Не так быстро дохли. Сколько? Всего троих ты сделал? Офигеть. Я-то думал, там человек 10, к примеру. А, смотри, 27 у нас. Ну, 30. Грубо говоря, если сплюсовать героя еще. Ништяк, вы все наладили, пацаны. Сейчас я тут все обустрою.
Здесь мы построим ворота. Я помню, тоже оборону тут строил. Насчет нападения я не знаю, будут или нет. Вот здесь нас будут мифические существа поджидать, я помню. Здесь солдаты. Так, возвращаемся. Пацаны. Строим. Мои любимые солдатики. Тогда нам надо вот это вкачать. Ну, блин. Я рынок что не построил, что ли? Вот это печаль, беда. Еще подкрепление прибыло. Где? А, во. Ладно, так. Без сотни надо. Зря, наверное, это сделал. Я бы так сначала, то ворот-то я не могу вкачать. Вообще прям. Так, его здесь надо поставить. И теперь я смогу спокойненько заниматься рыбными делами. Только, знаете что, я вроде захватил... А, блин, не видел. Пардон. Слушай, а вот давай ради прикола, там есть еще где-нибудь? Ну, только без фанатизма. Не, нету. Да и тут нету. Опа, 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 там что такое идет-то? Ну, ну я говорю, тут просто их не видно, они там стоят. Мужики, нападай. Так, ворота я качнул. Надо вот это качнуть. Ну, по крайней мере, я уже оборону какую-никакую могу держать. Здесь я не буду ворота вкачивать, и надо бы вышечки поставить. Вот смотри, запомним, 200-150, 200 дерева и 150 железки. Сейчас посмотрим, сколько оно снизит. 200 и 150, да? Да. Запомнили. Ну давай увеличим. Здесь мы можем только транспорт. Угу. То есть я не могу даже больше создать. Замасили, падлу. Так, так, так. 70 на 60. Так, 200 дерева и 150 железки. Сейчас посмотрим. 150 и 120. 50 дерева и 30 этого железа. Ну, я бы не сказал, что много скинули, но небольшая такая скидочка есть. Но, блин, больше тратишь. Хотя, не знаю, если их много дел, то да, это окупится. Ну, я имею в виду, по всей карте их расставить. Тогда да, будет толк. Слушай, вот у тебя такое подкрепление, это какой-то высер просто. Вот крестьяне и то больше мне пригождаются, нежели твои солдаты. Потому что солдатов я и так уже сам создал. Ты кто? Оракул. Оракул. Ты кто? Так. Ну иди сюда, разведай. А толку вообще, ну я не понимаю таких. Но единственный плюс вот по сравнению с греками, в отличие от конниц, вот этих разведчиков, это то, что ты его отправил, вот он встал в темном уголке, там поставил минутку, и он уже все светил. Вот он здесь встал, и потом вот такую область сделает освещенной. Это плюс. Это плюс, да. Давай поставим. Мало ли так быстро перекинуть из одной точки в другую. Поставим их несколько. Вещь нужная. Так, ты закончил тут с деревом, отлично. Я бы еще бы... я могу создать... мастерскую? Нет, я ее, к сожалению, не могу создать. Я бы создал тогда рынок. Копим на рынок. Это вещь полезная. Статуя генерала Милагия. Повелитель Уран вознаградит нас за уничтожение этих статуй везде, где мы найдем их. Намек понял. Так, значит, вот так вот. Угу.
Купим на... Сказал на рынок, а сам тратит ресурсы. Ну да. Купим. Купим. Так, значит, по мясу у нас пока все ништяк идет. Стабилити идет у нас. Ну, пойдем тогда... Сколько тут у нас? 1500. А здесь что, у нас золото закончилось? Печаль, беда. А, нам сюда тогда двигать. Двигай. Вот плюс, вот в отличие от греков, вот от Ланта, это то, что вот он вышел со своим маслом. И вот он сюда складывает. Где дерево, вы чего, сожрали уже, что ли? Фига вы. Я бы, честно говоря, не тут бы поставил, где-нибудь здесь, ради безопасности. Но я думаю, вот это, как-никак, оборона-то защитит. Героическое выздоровление. Вот это я бы тоже качал. Вот он вышел со своим ослом. И он просто в него складывает, ему не надо в городской центр бегать, в отличие от греков. Иди поближе, что ли? Что ты там встал, как не родной. Так, соточка. Сейчас еще одной дождемся атаки. Нам еще дома надо будет построить, дабы увеличить количество создаваемых солдат. Теперь у нас есть рынок, и мы можем уменьшать... Вычет из зданий на рынке. Что это значит? Я не особо дружу с рынками. Ресурсов на рынке. Но весьма... Интересное предложение. Сначала это. Так, вроде тут тихо и спокойно, но сейчас... Подождем атаки. Сейчас нападут. А мы не готовы. А мы отошли. Так, прикупили. Что тут еще построить? Башенку бы еще построил. Ну ладно, давайте вот это создадим. Лучники тоже всегда нужны. И так, конь становится средний, конь улучшает свое здоровье и атаку. Это бы тоже вкачал. Соточка. У нас просто есть и конницы, и лучники, поэтому надо вкачивать. Теперь нам надо разделиться. У нас нету нигде леса нормального. Это что за высер деревьев такой маленький? Это беда. Возможно, если мы поступим вот так вот. Так вот. Так, ребятки, идите занимайтесь этими важными делами. Можно будет еще вот один небесный здесь построить. Но это своего рода будет небольшой план отступления. Еще подкрепление прибыло. Ну и плюс, то есть безопасность, если даже отойдусь отсюда. И кто-то сюда придет, мы сможем защитить себя. 300. Ну давай, приобретем. Чтобы наверняка. Так, что нам надо там? Так, 300. У нас мало ресурсов. Нужно сражаться, чтобы овладеть другими погребами. Знаю. Эх, ё, какой дорогая ферма. Офигеть. Пипец, дорогая. У нас здесь 4 крестьянина, да? 700 надо где-то. А, у нас этого так, кстати, нету. Ладно, мясо у нас там собирается. И просто я ферму сейчас поставлю. Она как-никак будет приносить доход.
Все, мышляк. О, еще можно мощнее поставить. Ну это уж зверство будет. Сколько тут? 1500. Ну и этого, думаю, хватит нам на первое время. Так, еще двоих надо поставить на свои места. Нет, пускай копится. Солдат сейчас создадим. Отлично. Ладно, тогда давайте так сделаем. Ребят, займитесь. Там меня обещали отблагодарить. А что дает-то? Увеличит обзор, будучи неподвижен. Целый гарнизон. Часовой. Обычно у Аида такие штучки. Как-никак, безопасность небольшая, да есть. Сейчас этот разведчик узнает, что там, что почем. Смотрите, у них такие нормальные персы. 70, 115, 320. У меня 137, 162. Ну, это герой. 187. А если он будет герой, там вообще, наверное, будет ништяк. Так, что у нас там по лучникам? Тяжелый катапельт. Катапёс. Противодействует коннице, пехота эффективна только против конных. Ну давай, сколько тут, 3? Давай четверых создадим. Опа, опа. А, что-то припоминаю, здесь, по-моему, подземный проход, если не ошибаюсь. Есть. Если не ошибаюсь. Ну, что-то припоминаю. Фу, да по 3 солдатика, да ты что, шутишь, что ли? Я вот, вот это сделал. А-а-а! Не тех! Я хотел вот этих. Надо, оказывается, их выделять. Вон оно что. Воу-воу-воу, пацаны! Вмешиваемся! О, можно сейчас будет, кстати, быстренько захватить. Пока они заняты. Да, нормально, такое войско у него. Что у нас? Помеса. Нехватка. Сейчас будет хватка. Давай быстрее. Стой там. Чё, размотали? Да вы красавцы просто. Ой, красавцы. Один, правда, скопытился. Вот что значит прокачанная армия. Ты там маму сказал? Ма. Ладно, двигай. Нету больше наших лучников, к сожалению. Ну и ладно. Так, теперь это надо дело обезопасить. Дабы никто не присягнулся на мою крепость. Так, вот тут что-то не помню. Там, по-моему, какие-то эти будут. Змеи, что ли? Вот здесь, на болоте. Да-да-да, я говорю, он где-то тут есть. Ну, по-моему, он там был. Или просто местность похожая была. Так, отлично. Вот еще золотишко. Вот смотрите, он пробежал тут. Такой типа. И все, и захватил. Говнюк. И даже я не знал, что он захватил. Слушай, ты откуда там бегаешь-то? Оттуда, что ли? Надо срочно перекрыть эту зону. Вон, я о чем говорю. Вот просто один... Вот просто один проходит, и все, и пипец нафиг. Пацаны,
Помогите. Наведем порядочек сейчас тут. Надо стену поставить. Смотри, они идут уничтожать, да? Мужик, мужик. Смотрите, лучники превратились сразу в этот мочилов. Так, ладно. Нужна стена. Ребята, работать, работать. Так, что у нас там за подкрепление пришло? А, лучше быть... Какого? Крестьян. Ты что делаешь там, а? Втихаря один нападает. Это что такое? Переход уже использован. В смысле использован? Я ничего не пользовался, ничем. Так. Где-то там у нас. Занимайся. Так, отлично. Стенка строится. Дела идут неплохо. Единственная проблема с деревом. Ладно, эту мы проблему сейчас быстренько решим. А, мясо на бабки, бабки на мясо. Так вот так вот. Курс, конечно, дикий, но что поделать-то? Так вот. О, это кто там летает сейчас? Масиво, пацаны. Так, нам надо этот обезопасить. Построить здесь храм быстрого перехода. Так, рук изобилия есть. Тут парни трудятся, работают. Шанс по солдатам там. Не, побольше бы крестьян. То реально мало. Ищет обзор здания. Да пока не надо. Это проход, это... Вот, я же говорю, мифические создания здесь. Циклопы. Вот это надо бы захватить, конечно. А мне нравится то, что я захватил здесь, и они прут и прут, прут и прут. Где-то, скорее всего, здесь есть базы. Тут уже что-то более-менее. Четыре уже персонажа. Я бы сходил сюда. А, ну нет, сначала надо здесь обезопасить. Так, ништяк, я думаю, башни разберутся. Что у нас тут вообще такое-то? Может быть, статуя какая, не знаю. Чтоб быстрее строил. Так. Забили. Куда у нас выкинет-то? Сюда? Еще одна статуя. Ага, и вы смотрите, здесь тоже создаст эти лучников. Стражей. Так, все ништяк, я бы еще вот эту построил фигню. Ну, как быстро он будет строить? Ну, вроде быстро строит. Крепость такая, нифига себе. 1900, офигеть. Ну это ворота сами. Ворота они всегда чуть слабже. Ну, тоньше там, все дела. Да, быстро строит. Правда, я не замерял, как он до этого строил. Но я думаю, быстро. Раз написано быстро, значит будет быстро. Сразу же облачко, такой небесный переход. Интересное творение такое. Ладно, стену.
Так. Кстати, не все войско может поместиться в небесный проход. Здоровье это устанавливается тут у некоторых. Шкопос? Шкопос? Еще подкрепление прибыло. Нет, он почему-то только вот этих делает героев. Я не знаю почему. Смотрите, как дела. Хоп. Опа-на! Телепортация. Интересно, интересно, да? Так, ладно. Раз уж это ближе всего, тогда делаем вот так вот. Постой-ка тут. Че, никого нету? Да ну нафиг. Я так не играю. Ладно. Ну, так-то я тебе сказал построить стену, ты сказал там что-то и просто продолжаешь работать. Это ненормально. Вот оттуда идут чувачки. Сворачиваю игру. Сейчас разберемся с чувачками. Наши парни погибают на поле сражения. Нет, это не та сложная миссия. Это, по-моему, в Египте будет. Одна из сложных. Где нам также будут присылать бойцов. Ну и оперные театры. Пацаны. Нас напали. А давай под нас рюмом. Так вот. Пора мстить. Это ворота? Да. Смотри, 4000, офигеть. Они уже загорелись от трение моих мечей об древесину, просто рубили, там просто дерево загорелось. Так, и надо бы дома еще построить для полного счастья. Они опять себе забрали. Такие, знаешь, просто вышли, поднасрали так, не дали достроить, забрали рог и свалили. Просто поднасрали. Уроды. Это что там такое? Слушай, вы откуда там взялись-то? Быстрее. Ах, вот про это я вам и говорил. Я не знал, что здесь есть проход. Слушай, задержи их. Парни. Парни. Бегите, глупцы. Давай, мочи их. Ну, блин. Парни, вы где там? Парни, быстрее, держись! Минотавр, держись! Мочи их, не дай им доломать, не дай! Блин, вот это было... Просто 102. Ты слушай, можешь отремонтировать это? Нет?
О, может, слава тебе, Господи. Еле успели вообще просто. Если бы мне эти способности, я бы не успел дойти. Попросту не успел бы. Слушай, а ты можешь также солдат починить? Я не знал, что тут проход есть. Воспользуюсь ситуацией. Так, откуда-то вы тут еще пришли? Давайте тут наведем порядок. Еще одна статуя. Да, сейчас бы жестко поднасрались, если бы уничтожили этот проход. Слушай, а тут он повредился, нет? О, это кто там такой бродит? Так, ну ладно, теперь мы эту сторону обезопасили, и ничто ее не уничтожит. Так, тот рог изобилия я тоже захватил. Где, куда вы там все бегаете? Кстати, они его сейчас не смогут захватить, потому что у меня количеством больше. Так, ладно. Здесь проход, понятно все. Нам в пещерку надо. Ну ты куда вот идешь? Вот ты сейчас прошел, блин, и захватил. Ну что за фигня, а? Бесит такая ерунда. Ладно, хер с ним. Он куда-то стягивает свои силы. Вот он пришел отсюда, надо валить говнюка. Ты смотри, а. Наивный. Откуда вы здесь бегаете-то? Отсюда что? Когда наша армия достаточно окрепнет, настанет время сразиться с самим генералом. Нет, я еще не готов сражаться. Сейчас, секундочку. Так, прошу прощения. Опять звонки. Турок, да, турок. Ага, тут бегает. Засранец. К нам еще подкрепление. Какое-то подкрепление? Это так, высер из трех солдат. Не подкрепление даже. Не знаю, что вообще. Не знаю, вот мне нравятся такие вот игры. Век мифологии Титана. Вот такие вот небольшие стратежки. Мы обнаружили подземный переход. Вот еще один. Я говорю, где-то здесь еще есть. Воу-воу-воу! Доспех Ахилла. Или Ажила. Не, Ахилла. Ахиллеса. Око Виджат. Мифическое создание дешевле. Так, понятно. Лук Артемиды. Лучники, тролли и кентавры становятся дешевле. Мифические подковы. Увеличивает скорость конниц. Интересно, интересно. Смотри, они уже два захватили. Да нахера мне коза? Аж две. Ладно. Тогда делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так. Значит, смотри, кастер. Где-то у меня. Дуй туда. Забирай все эти прелести. Ага, хер там. Ну ты-то не подохнешь. Справишься. Ты же у нас герой. Ну ладно, парни, идите, помогите ему. Че там тут? Че началось, да? Ага, вот это надо ломать тут будет. Так, а кастер... нет, не то.
Не-не-не, кастер. Конец. Дуй туда. Парни, ломай все. Так, а где у нас еще крестьяне, кстати? Домики ты не хочешь построить? Экономическая гильдия. Гильдия требуется для улучшения экономики атлантов. Ну на. И домики надо построить. Ех, 9000, офигеть. Офигеть просто. Я богач. Растянул эту миссию, конечно. Но куда торопиться? Пища с фермы. Крестьяне быстрее добывают дерево и способны носить. Куда торопиться? В этой игре не надо торопиться. Никуда. Домики. Рельеф так меняется. Нормально такая хатка. Оп, 215 уже можем создать. Так, давай, короче, все домики тут поставлю. Отлично, строй, занимайся. Так, кастер, то у нас где? Слушай, а тебе так далековато будет носить их. А мне храм-то нет. Давай тогда знаешь что? Дуй вот сюда. Так. О, зараза, крестьян-то не кидает больше. Сейчас здесь рельеф такой вырвемся. Хоп. Прикольно. Так, подкрепление, говоришь? Так, ты там топаешь. Отлично. Так, знаешь, что тогда, милочка моя? Вот здесь вот надо достроить все-таки, чтобы я мог быстренько контролировать ситуацию. Так, дуйте туда. Ты сюда. Так, и вот здесь надо будет построить. Ну тут ничего, собственно-то, не будет. Давайте, ребят, ломать вот это хозяйство. Ну ты чё там полгода уже строишь, а никак не достроишь. Вот эти парни пускай здесь стоят, если там кто-то опять будет пробегать, он просто надает ему люлей и все. Здесь у нас пароход стоит. Наказать бы, конечно. Так, стойте здесь. Мы тем временем построим вот тут вот. Штучку-дрючку. Так, я хотел... Дуйте тогда вот сюда. Сейчас накажем, ребятушка. Ну пропустите. Ну что такое-то? Что началось-то? Нормально же общались. Так. Один у нас остался. Эх, ты смотри. Ребята. Разобраться. Наказать. Чё за высер такой тут у нас, а? Бегает. Такое мое войско. Слушай, куда они убежали? Найду порву ведь. Моргало выколи.
Я знаю, что они туда убежали, я просто смотрю, нет ли тут тоже реликвии какой-нибудь. Мужик. Или нет? Да они тут убежали, а? Кстати, они этот не захватили. Все понятно. Накажем сейчас. Так, ты построила? Отлично. Кузыки. Что такое тут? Что за халтурка? Это, кстати, где выйдет, я не помню. Где-то в другом месте. Так вот. Потом вот так вот. Так, отлично. Мне показалось, что тут остался. Так, ага, это выйдет как раз там. Я бы здесь тоже построил. Быстрый переход. Нам сюда надо. Кузочки только останьтесь здесь. Охранять это сокровище. Так, куда я солдат отправил? Никто не видел? А, вон они топают. А куда их-то отправил? В дырку это, наверное. Так, ладно. Удобно. Быстро так. Оп, по карте. Ты видел, да? Хотел он сказать. Ага, вот что я хотел. Когда они успели уничтожить? Ладно, ладно. Так. Посмотри на этих уродов. Сейчас мы их накажем. Еще один на руку забили. Пойдем захватим. Подворовываем так немного. Сейчас буду жестоко наказывать. Но сначала отобью вот это последнее. Точнее, вот последнее. Возьму свое, так скажем. Так. Возвращайся назад. Да толк. Мы все равно крестьяне. Ну, в смысле, я не добываю этот. Какие-то ресурсы. Ну, только я это добываю, какого? Мясо с ферм. У меня, в принципе, их и так до хера, куда уж еще больше, не знаю. Ну, пускай будет. Так, парни, давайте, короче, вернемся туда. Как нам сюда вернуться-то?
Ну, лежи. Они будут постепенно, да, у нас отхватывать. Ну, дальше они нас не отхватят, потому что у нас тут защищено. Но если бы я тут еще вот поставил бы... Пушечку, сейчас, еще раз, секунду. Так, продолжаем. Не дают никак нам поиграть. Нашу любимую-то игрульку. Ребята, вы идете там? Ой, вам сейчас будет капец какой, капец. Нереальный капец. Так, окей, тут все у нас ништяк. Сейчас переместимся мы. А сам солдат это создается. Чувствуете, чувствуете прилив какой. Так, ты не относи сюда. А, так вот. И вот так вот. Сейчас мы тут поставим. Крестьянина отправлю сюда. Но ты такие чудеса вытворяешь, а не можешь этот построить. Ладно. Забирай последнюю реликвию. Че, крестьянин-то у меня все пришает. Да ёлы-палы, а? Надоели уже. Парни, разобраться. Мужик, мужик. Сейчас опасно пока. Меня ушатает вдвоем-то. Втроем даже. Половину отправить просто и все, чтобы быстро урегулировать этот вопрос. Ладно, сами напросились. Так, вот здесь вот еще. Чтобы в мое отсутствие никто не завладел моим сокровищем. Здесь вот больше всего идут. Ну, если пени, они вот отсюда идут. Сейчас мы перекроем им кислород. По одному отправляет, глупцы. Лучше войско копили, потому что сейчас я на вас нападу. Ты смотри, что у меня тут находится. Опа, опа, опа. 12 героев, ты смотри. Ты не кухры-мухры. Все, он по золоту просил. Ты смотри, это уже просто машина для убийства. Они самые крутые, мне нравятся. Они такие чувачки с щитами. Так. Строим. Все мы отбили. Не говорю, здесь отсюда топают. Думаю, две башни то будет достаточно. А, что у нас там с последним? Забирай, короче. Сейчас еще вот здесь вот поставим оборонку. Так. Шкобос.
Дитя Прометея. Ну, мне не нравятся тут эти мифические создания. Много золота забирает. Так, давай здесь, короче, стену поставим. Так вот. Потом вот так вот. Ну, сначала вот так вот. Пипец вам будет. Что после учить? Здесь еще поставим небесный переходик. Да, куда, куда? Здесь достраивай. Сюда он точно не пройдет. Думаю, тут одной башни достаточно будет, а вот здесь надо будет парочку поставить. Застраивай. Пока все идет неплохо, солдаты у нас крутые нынче стали. Столько же, да? Ну давай еще снимем. Ой, вообще сейчас всех размотаю. Да я уже могу, в принципе, думаю, размотать. Ну просто хочу все с первого раза, чтобы прям как все по маслу просто прошло. Отлично. Все, парни, вы свободны, спасибо. Здесь надо было широк поставить. Ну ладно. Сюда, я думаю, телепортируемся. Самый ближний, где у нас тут? Вот здесь. Ага, ворот я тут не поставил. Это что за халтура такая? Через текстурку. Офигеть, вы видали, через текстурку протупали. Дурак. Так, башенки тут поставить надо. Ну вот тогда топайте вот здесь вот, нападите. С двух сторон нападем, будет круто. Так, я бы мясо поменял бы на золото. Все равно его дохер. Вы посмотрите на это количество. Непобедимая машина для убийства. О, все, пипец, ему уже пипец, я могу просто смело нападать. Даже не все уместились. Мужик. Нападаем с двух сторон, чтобы ему пусто было. Так, все у нас тут. Отлично. Просто с двух сторон на пол. Напасть.
Нельзя помиловать. Ты как туда залез, а? Навсегда вы поражаете. Ладно. Вы чё, ломаете ворота и попутно стены рушатся, что ли? Похоже, атланты принесли с собой войну. Приведите мою охрану. Она тебе не поможет. Вот это охрана! Я тебя умоляю. А, нет, все-таки вот последняя рука забили. Генерал Мелагий никогда не сдастся такому, как ты. Подкрепление в атаку! Как бы тебя окружили с двух сторон, ты не выдержишь, каким бы ты супергенералом ни был. Против такого войска ты не устоишь. Ну чё, завалили его, эту генералушку? Я ранен! Воины, ко мне! Ранен. Вот и все. Можно было и быстрее, конечно, и пройти. Но, и опять же, куда торопиться? Снова измена. Скандинавы и египтяне поднялись против нас вместе с греками. Похоже, они забыли, кто мы такие. Их слишком много. Мы не можем сражаться с ними здесь. Неужели это сойдет им с рук? Этого я не сказал. Я сказал, их слишком много, чтобы сражаться с ними здесь. Да ты чё, у меня такое войско? Башня Одина. А, вот это помню. Миссия. Ну, она не тяжелая такая. Нормальная. Прикольно, но я в свое время... Была отличная идея, командующий. Скандинавы не ожидают нападения на свои земли. Именно так. Наши разведчики засекли в округе лишь несколько скандинавских отрядов. Но местность тут неровная, много скал. Они могут скрываться поблизости. Здесь они возвели свои храмы, так что рядом должна быть охрана. Наша цель — храм Одина. Поговорим с ними на их языке. Помню, когда я проходил эту миссию, дело в том, что начинаешь... Похоже, с этой возвышенности невозможно спуститься. Но Крон даровал нам способность перемещать здания через подобные мелкие препятствия. Можно построить здание тут, а потом с помощью моего обзора переместить их через скалы. Угу. А, я вот не мог... В общем, вот эту башню, чтобы ее уничтожить, ее начинаешь уничтожать. Во-первых... Это результат действия храмов Одина. Если заменить эти храмы нашими, буря спадет. Во-первых, регенерируется здоровье здания. Во-вторых, молния, то есть они убивают тут все вокруг, и тут что-либо уничтожить это нельзя. И во-вторых, сюда подняться никак нельзя, только телепортом. Вот он у нас. Чтобы вот такие уничтожить, я не помню, как я их уничтожал, может быть, лучниками, сюда тоже, в принципе, нельзя подняться. В общем, здесь еще одна есть фиговинка, сюда проникнуть, тоже только телепортом я смог здесь, чтобы ходить. Уже точно не помню, но надо тут грамотно будет разруливать, но этим мы займемся уже в следующей части. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. До скорой встречи!